Всем привет, меня зовут Влада, добро пожаловать на мой канал. Сегодняшняя тема отливки будет ваши отношения его глазами. Пока вы настраиваетесь друг на друга, точнее на себя, на него, можно вспомнить замечательные какие-то моменты совместные. И я хочу вам напомнить о том, что в закрепленном комментарии в описании к этому видео у меня закреплен мой телеграм-канал, мой инстаграм и номер телефона для связи. Можно обращаться ко мне в абсолютно любом мессенджере. И так вот, еще можете в комментариях писать тему для отливок, если кому-то очень-очень нужно, я обязательно сниму видос. И так вот, пока вы настраиваетесь, надеюсь, вы уже настроились, ваши отношения его глазами. Здесь он считает, что между вами очень много тайн, вы от него здесь очень сильно что-то скрываете, он тут пытается до какой-то правды истины докопаться постоянно. Скорее всего, он постоянно вас ревнует, здесь какие-то прямо такие чувства, что вот я здесь должен быть пупом земли, а она должна вот только на меня смотреть, вот кроме меня здесь не должно никого быть. Ни друзей, ни подруг, он даже ревностно относится к вашим подругам. Он тут посадил вас как-то на цепь, так скажем, дома. И сидит это. Ну и вот сидит. Сидит он тут и ждет, когда же вы уже наконец станете в его власти, под его властью, вот так вот. А вы тут такая брыкаетесь. Он считает, что он здесь должен быть самым главным. Он считает, что вы должны его слушаться. А вы тут не слушаетесь. Его это очень сильно напрягает. Он считает, что значит надо продавливать это. Здесь, скорее всего, очень часто происходят какие-то скандалы, какие-то проблемы из пальца высосанные для него. И он постоянно хочет, не знаю, вас поменять. Он хочет поменять вас. Он прямо такой жесткий тип. А вы чувствуете себя с ним вообще не в безопасности, я смотрю, и хочется прямо убежать. Так а зачем же тогда, интересно, вам такие отношения? А, вы привыкли. Вы привыкли, у вас привычка, да? Но здесь он как бы настроен на то, что вы женой его будете, что вы тут дом общий какой-то построите. Он прям тут на все рассчитывает с вами, но он хочет, чтобы вы стали какой-то другой. Он хочет, чтобы вы стали более какой-то закрытой, поменьше общались, поменьше гуляли, поменьше, там, не знаю, у вас было свободного времени. У него такое понимание, что вы должны сидеть дома, готовить ему ужин, стирать ему носочки и все. Что у вас не должно быть там какого-то личного времени, каких-то своих личных интересов. Он считает, что ну вот он должен быть там, ну и по мере там дети. У него какие-то вот такие убеждения. Угу. И вы, я тут смотрю, как бы сопротивляетесь вообще этому моменту. Очень сильно сопротивляетесь. Ну, у вас, кстати, получится. У вас тут получится прогнуть свою линию, у вас здесь будет какой-то разговор очень серьезный по этому поводу, что ну ты типа дай мне воздух это вдохнуть, я как бы сама знаю, что мне нужно, а что мне не нужно, я как бы сама тут разберусь, да. Вы-то, в принципе, такая, что вашу свободу ограничивать нельзя, вы тут вырветесь, а он тут такой весь размечтался, что вы тут такая будете покорная, послушная, сидеть его ждать там. Да нифига, так не будет. Вот. Ну да, вы прогнете свою линию, потому что он любит вас, в любом случае он вас любит, просто у него вот такая вот маленечко нездоровая позиция в плане вот этих взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Какие-то вот эти старые установки, но они прямо гипертрофированные какие-то, прям вот, что вот там вот так вот 100% должно быть и никак иначе. Но вы тут все-таки отстоите свои позиции, свои границы и
вздохнете полной грудью, и он пойдет вам навстречу. В общем, вот такая отливка сегодня получилась. Все, всем спасибо, всех люблю. Пока-пока.